Бронированный микроавтобус и пикап передали активисты из Приморья российским бойцам. Очередная партия техники поможет ребятам выполнять тактические задачи в зоне проведения специальной военной операции. Министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от имени губернатора края Олега Кожемяка поблагодарил неравнодушных приморцев и отметил, что подобные машины очень востребованы в зоне боевого соприкосновения. Эти машины, они будут использоваться для перемещения в зоне боевого соприкосновения. Они действительно нужны. И это яркий пример того, что народ и армия едины. Мы все двигаемся к победе. В машины загрузили бензиновый генератор, пятиточечники, маскировочные сети, свечи и другие расходные материалы, которые необходимы в зоне боевых действий. Данный автомобиль 8-й по счету. Очень хочу выразить благодарность Федерации бокса Приморского края в лице Байдулюка Вячеслава Викторовича неравнодушным ребятам, которые помогают нам в организации и в исполнении этого проекта очередного. Очень многое помогают нам девочки, которые плетут сети. Ну и в принципе много гуманитарной помощи поступает от людей и простых жителей города Владивостока и Приморского края. Напомню, в Приморье ведется большая работа по поддержке военнослужащих и мобилизованных граждан, находящихся в зоне СВО, а также их семей. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.